Казахстан. Казахстан. Скажите, пожалуйста. Вон вот такая великая. Не надо. Казахстан тоже. Молодцы, что вы сюда выходите. Какое движение. Смотрите, как хвалят. Молодцы, говорят. Молодцы, потому что есть свое мнение, есть как бы мы можем. Мы, да ладно, уже нам за 50. А когда молодежь начинает двигать, вам дальше жить, вы о своей жизни думаете, вы о наших детях даже подумаете. Будущее наших детей. Вы лучше нас будете жить. Мы не живем как бы. Мы просто чуть-чуть как бы это живем, побаиваемся, не вылазим. Не то, что боимся, мы просто не знаем, как это что делать. А вы молодцы. Спасибо за комментарий. Спасибо. Это слово правильно. Цензура. Все это запрещается, все это должно быть. А то мы в интернете сидим, пишем что-то там и все. Молодцы, я вас поддерживаю. Не бойтесь никакой акимат, ничего. Они сами ничего не делают. Мы Назарбаева не боимся. Какого акимата? Молодцы, никому не дают. Они сами ничего не делают. Конечно. И вам не дают. Правильно, я поддерживаю. Домой.